День учителя – это праздник, наверное, благодарности вам за ваш нелегкий труд. И очень нужный и важный для каждого человека. Я поздравляю вас с этим замечательным праздником. Желаю вам, наверное, самое главное, хороших послушных учеников, здоровья, счастья, удачи. И чтобы в вашей жизни были только отличные оценки. Дорогие наши учителя, преподаватели и воспитатели, в этот праздничный и знаменательный день хочется пожелать вам от всей души, чтобы в глазах ваших учеников отражались гордость и знания за ваши предметы. А выпускники, которые стали нобелевскими лауреатами, докторами наук, профессорами, академиками, знатными политиками и спортсменами, были самой большой вашей гордостью. Дорогие коллеги, я поздравляю вас с нашим замечательным праздником. Хотя я привыкла, что поздравляют всегда в этот праздник меня, но я это сделаю с радостью, поздравить вам, потому что наш труд – это один из самых ответственных. У нас всего две профессии, от которых зависит человеческая жизнь. Это профессия врача и профессия учителя. Когда одна ошибка может стоить человеку жизни. И наша профессия в том числе. Я не буду вам желать терпения, потому что, как звучит истина, пожелаешь терпения, Господь Бог даст вам это терпение. Не надо. Пусть наша профессия нас радует, как всегда. И даже хочу поздравить с праздником наших ребят, потому что без наших учеников нашей профессии никогда бы не было. Поэтому пусть этот праздник будет нашим общим. И я надеюсь, что любовь к этим детям и любовь этих детей – это как раз то, что является нашей наградой за нашу профессию. Дорогие учителя, в этот день, ваш праздник, хочется сказать вам огромное спасибо за ваш профессионализм, за вашу доброту, поддержку, теплоту, за все. Поздравляю всех учителей с наступающим Днем Учителя. Что бы мне хотелось пожелать? Мне хотелось бы пожелать того, чтобы в школе остались работать те учителя, которые на самом деле любят своих детей, своих воспитанников. Так как если ребенка ты не любишь, работать в школе ты не сможешь. И поэтому я пожелаю вам всем нетерпения, чего обычно желают все. Я хочу пожелать вам любви. Любви к своим детям, любви к своим близким, любви к своей семье. Больше тратьте на детей не денег, а внимание. И тогда в старости вас дети будут уже баловать вниманием, а не деньгами. Поэтому я думаю, что в старости для нас будет важнее, для всех, и не только учителей, чтобы наши дети приходили к нам с радостью и дарили нам вот эти минутки их внимания. Это более ценно. Уважаемые учителя, преподаватели, я от всей души хочу поздравить вас и себя в том числе с замечательным, знаменательным праздником Днем Учителя. И от всей души я хочу пожелать искренне здоровья, успехов во всех ваших начинаниях и процветания в дальнейшем. Удачи! Дорогие, милые наши учителя, в этот замечательный день мы бы хотели поздравить вас с праздником, потому что вы выполняете очень важную функцию. Вы помогаете детям уйти в будущее. Образование – это очень важно, это самое главное, наверное, что есть в жизни. Спорт – это спорт, а образование – это путевка в будущую жизнь. Вот, поэтому мы желаем вам огромного терпения, много сил и быть настоящим примером для наших общих детей. Вот, они вас очень ценят, уважают. Спасибо вам большое за то, что вы есть. Дорогие наши преподаватели, я от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Спасибо, что вы сделали для меня, так как я выпускница этого училища. Всех преподавателей помню, люблю, ценю. Низкий поклон вам. Спасибо вам, что вы делаете для наших спортсменов. Учите их уму-разуму. И вместе с вами мы привносим огромный вклад в российский спорт. Спасибо вам. Желаем жить всегда на 5. Творить, смеяться и мечтать. Побольше белой полосы на вашем жизненном пути. С Днем Учителя!